Не, я видел всякой наглости. Ну так, чтоб ворон лез, а? Это цирк. Привет. Ты чей будешь? А? Типус. Ты чей будешь? Вот это колерованный звереныш, а? Ты что, дальше лезешь? Андрюха, смотри на цирке, Андрюха. Смотри. Я гуля везде, да? Был в Китае, я был в ахуе. Смотри. Здорово. Смотри, какой колерованный, а. Забирать его. Ворон. Ворон. А не надо, мы это он умрет, да, знаешь, да. Мама, наша кусается, пошли. Мама. Смотри. Здорово. Смотри, какой колерованный, а. Забирать его, да? А кто это? Ворон. Ворон. А не надо, мы это он умрет, да, знаешь, да. Мать, наша кусается, пошли. Мама. Новость номер 2. Возле располкома в связи с повышением температуры воздуха, но, скажем так, из-за жары разместили пункт по медицинскому, по идее он идет варианту, только я никого не вижу, наверное, туда отошел, да. Но, по крайней мере, водичка присутствует, если сильно замучила жажда, можно прийти бесплатно и попить водичку. Расположен он возле госадминистрации, но спасибо хоть администрации за водичку, а хоть воды не пожалели, это уже замечательно, за что вам большое спасибо. Друзья, новая такая фишка. В Григориополе установлена еще одна камера, которая ровно у нас освещает стояночку перед госадминистрацией. Новость номер 3. Оказывается, возле автостанции нашей городской, в районе девяток, тоже расположили пункт по утолению жажды. Надеюсь, им не воспользуются все наши местные алконавты, да, дабы сбить сушняк, так сказать. Все-таки это для людей, у которых нет возможности быстро добраться до дому, да, и утолить потребность в организме в водных ресурсах, да. Но так, по крайней мере, считаем мы. А как оно на самом деле? Жизнь покажет, да. Друзья! Новый асфальт, а лужи ровно старенькие у нас, да? Проблема та же. Оказывается, знаете, это, говорит, когда подорожал бензин, да? Подорожала нефть, да? Подорожал бензин. Нефть упала, говорит, а бензин так и остался дорогой. Говорит, значит, виновата не нефть, а какие-то падлы, да? То же самое у нас происходит ровно вот здесь. Наблюдайте, друзья. Сверху у нас, как я показывал, делал обзор, был уложен, вернее, новый асфальт, но стек, если не очищенный, он просто не пропускает воду. И вот сверху у нас, да, ровно и до сих пор весело-весело кочегарит водичка вся. И уходить она не может, потому что объем у нее непозволительный. Она не успевает. Дорожники, привет! Займитесь делом! А школьные каникулы уже не за горами. И чем детишек вам занять решают папы с мамами? Как от компьютера отвлечь? Побегали, чтоб и поиграли. Решение есть. Пейнтбольный клуб «Наш снайпер». Вы их поиграть к нам приводите.
Все снаряжение в комплекте есть для каждого. Бронежилет нательный, форма, маски. Ведь сами помним, как играли мы войнушки. Такому отдыху детишки будут рады.